Что такое социальное бытие? Что такое общественное бытие? Если общество – это люди с их отношениями, общество вообще, то социальное бытие – это не только какие-то материальные предметы, да? Сюда включаются и отношения. Какие? Отношения включаются в социальное бытие. Так вот, социальным бытием, под социальным бытием понимается способ производства. Способ жизни или образ жизни. Вот у Маркса вы можете найти такое выражение. Образ жизни – это способ производства. То есть, как вы обеспечиваете свою жизнь, материальную основу для жизни, как вы обеспечиваете? С помощью определенного способа производства. Что такое способ производства? Способ производства – это есть единство производительных сил и производственных отношений. Единство производительных сил и производственных отношений, которое характеризуется определенными производственными отношениями. Например, при одних и тех же производительных силах может быть способ производства коммунистический и капиталистический. Вот скажем, если взять 50-е годы, коммунистический способ производства в СССР и капиталистический способ производства в США. Производительные силы как соотносились? Ну, по масштабам, по объемам производительные силы более развитые в Соединенных Штатах Америки. Но по типу производительных сил такие же примерно у нас. Почему мы могли запустить раньше в космос спутник и человека? Да потому что у нас уровень производительных сил был не ниже. Хотя производительность труда, если брать в целом, у нас была ниже. В промышленности было где-то 60% от американского уровня производительности труда. Мы их догоняли, но никогда не опережали. А в сельском хозяйстве 20%. Но научно-технический прогресс у нас развивался достаточно быстро, не так, как сейчас в современной России, где разгромлены ведущие институты, проектные институты, конструкторские бюро. Достаточно посмотреть на Кировский завод. Что такое Кировский завод? Это вообще основа, столб нашей экономики. Что там теперь? Акционерное собрание ООО «Кировский завод» приняло решение считать главной задачей ООО «Кировский завод» сдачу в аренду помещений и земли. То есть примерно по уровню одинаковые производить, по уровню близкие, по уровню производительные силы, а отношения разные. Поэтому два разных способа производства. Капиталистический в Соединенных Штатах Америки, коммунистический способ производства в СССР. Благодаря этому самому другому способу производства, при тех же и даже менее развитых производительных силах, мы первые запустили в космос и спутника человека. Причем я тогда вот наблюдал, американцы писали во всех журналах, мы скоро запустим спутник, человека, и, так сказать, как всегда, они любят рассказывать. А наши, как всегда, ничего не говорили. Потом раз, летит спутник. И никто словом «сателлит» не переводил, потому что по всем мире это спутник. На русском языке стали говорить. Ну ничего, говорят американцы, скоро мы человека запустим. Потом раз, летит человек. Космос. Ну вот американцы анализировали, все, с чем это связано, если у них общий объем экономики выше, уровень производительности труда выше. Выяснилось, что науке и образованию в Советском Союзе уделяли гораздо больше внимания, чем в Соединенных Штатах Америки. Гораздо больше. И поэтому, если это не за счет экономики, значит, за счет чего? Ну, за счет концентрации, во-первых, ресурсов, безусловно. У нас же плановое хозяйство было, не стихийное. И, во-вторых, за счет более высокого уровня науки и образования. А теперь у нас какой лозунг? Надо перейти на международный стандартный. У нас выше был, чем международный уровень, или ниже? Так если мы переходим на международный, так что будет? Понижение будет. И зачем тогда мы переходим? На международный надо переходить там, где мы отстаем, правильно? Если мы где-то отстаем, так надо перейти на международные стандарты. А если мы где-то перегоняем?
Вот, например, считается у нас два крупных университета – Московский и Санкт-Петербургский. Отдельным указом президента установлено, что программы Московского и Санкт-Петербургского университета министерством не утверждаются. Почему? Ну, потому что что там министерство будет утверждать, здесь уровень выше, чем у тех работников, которые в министерстве. Так? Зачем им там утверждать? Что вы будете утверждать? Ну, это два. Не, давайте перейдем тогда к общим стандартам. Мы повезем, туда будем бумаги вести. И зачем это надо делать? Чем характеризуется университет, что здесь наука развивается? Ну вот, говорит, во всем мире есть бакалавры и магистры. Ну, это понятно. Для буржуазного строя это понятно. Вот если нужно сделать так, чтобы правящий класс обеспечил свое господство, богатых, надо что сделать? Надо сделать много бакалавров и мало магистров. Магистры подороже, бакалавры бесплатно или подешевле. Тогда те, у кого денег нет, идут бакалавры, остальные идут магистры. И все равны, у всех высшее образование, только одни могут пойти в государственное управление и управлять страной, а другие уже на уровне образования не могут. Что у нас могут люди, которые получают бакалавра? Они не могут поступать в аспирантуру, раз. То есть уже высшего уровня кадры отсекаются. Они не могут преподавать в УЗИ, два. И они не могут на работе держать, так сказать, руководить более чем одним человеком, три. Хорошую дали образование, красота. Срочно нужно это внедрить. И что, кто-нибудь сказал, что это здорово и хорошо? Кто? Фамилия? Мин Образин. То есть человек вот на четвертом курсе готов уже написать диплом. А что писать диплом? Вот вам справка, что вы закончили 4 курса. Лавры вам. И все. Возвращаемся к тому, что такое способ производства. Так способ производства – это единство производительных сил и производственных отношений, характеризующийся определенным типом производственных отношений. По типу производственных отношений определяет название этого единства, способа производства. То есть по типу производственных отношений, по типу определяется способ производства, он коммунистический, первобытно-общинный, или рабовладельческий, или феодальный, или буржуазные, или коммунистические. Всего их 5 способов производства. Это 5 способов производства. Но для того, чтобы уже говорить более содержательно о способе производства, надо знать, как минимум, что такое производство. Правильно? Кто может сказать, что такое производство? Есть тут люди из производства? Что такое производство? Начнем с простого. Того, что такое труд. Тут все трудящиеся. Так, что такое труд? Что такое страшное, я спрашиваю? А? Что это? То есть тут результат. Я раньше думал, что труд – это процесс, в результате которого получается продукт. Оказывается, это результат деятельности, труд. То есть если я что-то такое вот… Вот яблоко это, например, выращено, это результат деятельности, значит, яблоко это труд. Автомобиль, который сделали, это труд, да? Это труд. А диссертация это труд? А? Диссертация это труд. Диссертация? Это результат труда. А не труд. Результат труда. Это результат труда. Вот мой труд воплощен в этой диссертации. Так? Так? Ну, человек трудился, и вот в результате получил результат. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Что такое труд? Это деятельность человека. Деятельность человека. То есть, если я подошел сзади вас и ударил железным прутом, это труд. Я подпадаю под это определение? Нет. Как нет? Вы сказали, деятельность человека. Я человек? Человек.
Если я бью другого человека палкой железной, это деятельность? Или не деятельность? Деятельность. Деятельность, ну. Я человек, деятельность человека. А? Общественно полезная. Вот, общественно полезная. То есть бить не надо. Хорошо, общественно полезная деятельность. Правильно. Всякий труд – это общественно полезная деятельность, во-первых. Еще у вас какие-то. Как умственное, физическое или то и другое? Или умственное, или физическое, да? Значит, вот если мы присмотримся к разным видам деятельности, общественно полезной, конечно, то что сразу мы отсекаем всякую вредную деятельность, бандитизм и прочее там, воровство, отсекаем. Это все деятельность для них полезная, для общества вредная. Значит, отсекаем и начинаем обдумывать, на что вообще может быть направлена деятельность человека. Существует А. Природа. Так? Может быть, непосредственно направлена на преобразование природы. Это раз. Во-вторых, существуют сами люди. И деятельность может быть направлена непосредственно на человека. И у людей этих есть сознание. И деятельность может быть направлена на преобразование форм сознания. То есть деятельность в сфере общественного сознания. Правильно? Первый вид – это так называемый материально-производительный труд или труд в политико-экономическом смысле. Это вот тот труд, про который говорят, для того, чтобы есть, для того, чтобы заниматься наукой, культурой, искусством, надо есть, пить и одеваться, и иметь крышу над головой. Вот труд по преобразованию природы, поэтому выделяется, материалистами особенно выделяется, как труд материально-производительный или просто производительный. Производительный не в том смысле, что он что-то производит. Всякая деятельность что-то допроизводит, правильно? Всякая. Но этот труд непосредственно производит материальные блага. Материальные блага, материально-производительный труд. То есть такая деятельность, в которой есть процесс обмена веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. То есть труд в политико-экономическом смысле – это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. А труд, который направлен непосредственно на человека, называется однозначно услуга. Например, услуга парикмахера. В отличие от токаря, который обрабатывает болванку на станке, деталь, парикмахер обрабатывает вашу голову. У преподавателя тоже почетная голова, только работа. Только в отличие от парикмахера, он должен голову обрабатывать не снаружи, а изнутри. Так, если говорить, чем занимается вообще преподаватель. Ну, понятное дело, что преподаватели не совершают материально-производительного труда, правильно? Еще никто не видел, чтобы от высказываний лектора преподавателя, значит, появились жареные рябчики. Даже если они очень, так сказать, интересно все рассказывают, все равно не появляются. Надо идти за рябчиками в другое место. Ну и, наконец, если речь идет о преобразовании форм общественного сознания, программисты, ученые, они чем занимаются? Идею дальше разрабатывают, да? Берут в качестве исходного материала одну идею и дальше более глубоко ее разрабатывают. Одни теоремы доказаны, другие еще нет. Одни открытия сделаны, другие еще нет. И поэтому вот люди, которые занимаются производством идей или образов, например, все искусство. Искусство – это что такое? Это постижение мира через образы. Художественные, музыкальные, живописные, художественная литература, писатели чем занимаются. Вот, собственно говоря, три вида деятельности мы взяли, которые все охватывают. Образование – это услуга. Вот если вы сели на автобус, то деятельность водителя как должна быть характеризована? Он что везет? Людей. Людей. Если он везет людей, значит, это транспортная услуга у него.
Это не материальный производительный труд. Он делает почти то же самое, что любой шофер. Но иногда, когда их тряхнет весь автобус ему кричит, ты не бревна везешь там. Да? И тогда он обращает на это внимание, что он везет действительно не бревна. Бревна, когда их трясет на ухабах, не кричат. Иногда кажется, что вот транспорт не похож на другой труд. Вот если переводят кирпичи. А вы посмотрите, тут немножко повыше заберитесь на здание, и вы увидите, вот кирпичи стояли там, а потом, когда их перевезли, они стоят уже там. Вот была земля, в которой кирпичи были здесь, а теперь земля, в которой кирпичи вот здесь. Это то же самое, что делает станочник. Он отсюда стружку снимает и туда ее перекладывает. Правильно? Хотя это не бросается в глаза. Поэтому, если это грузовой самолет, грузовой, грузы везет, летчик занимается материально-производительным трудом. При этом он может... Это труд материально-производительный, он рабочий, соответственно. При этом этот рабочий может иметь три образования – высших и еще специальные образования. И наоборот, пилот, который очень важных персон везет правительственную делегацию. Его труд не материально-производительный, он перевозит людей. Это услуга. Транспортная услуга. Иногда это путают, говорят, вот у нас тут бытовые услуги, давайте вам набойки набьем на туфли или на ботинки. Ну это что такое? Это материальное производство в чистом виде, правильно? Вот, так сказать, ботинки, которые надо отремонтировать, это предмет труда. Молоток – это средство труда и гвозди. Подбили – это результат труда. Но это труд. А вот вопрос, который мы задали и к которому нам надо прийти, это что такое производство? Это другое понятие, правильно? Вы различаете, товарищи, труд и производство? Различаем. Что такое производство? Вот бывает так, что труд не идет, а производство идет. Труд не совершается, а производство идет. Бывает? Чего? Бывает. Ну, приведите пример. Труд не совершается, а вот производство продолжается. До таких примеров можно тысячу на производство. А? Работают станки, да. Вот я включил станок, там он, программа работает, и я хожу, жду, когда он закончит эту обработку, да? Труд совершается? Нет. Производство идет? Как в сельском хозяйстве. Сейчас производство идет пшеницы? Да. Идет? Какой? Она растет, наверное, просто. Ну, растет, конечно. Но какая пшеница, как называется, которая посеяна перед зимой? Как называется? Азимая. Вот, видите, когда. Азимую пшеницу посадили. Так она производится пшеница сейчас? Всю зиму производится, правда? Поэтому и урожая зимой пшеницы гораздо больше. А когда ее будут убирать, когда труд будет применен? Ну, где-то в июле, да? До июля никто ее не коснется. Если не будет такой ситуации, что где-то вымерзла эта пшеница, потому что мало было снежного покрова, и надо пересевать, тогда эти участки будут какие? Яровые. Вот эти. На этих участках яровая пшеница будет, то есть которая весной. Чтобы ее яровизировать, потому что обычно-то осенью уже сыпят все растения, семена в землю. Значит, яровизировать нужно ее охладить там, как бы изобразить ей зиму. Зерно подумает, что была зима, и зайдет весной. Хотя никакой зимы не было. Правильно? То есть производство может идти и без труда. Например, вот мицелий разместили этих шампиньонов в опилках. В подвалах. Солнце не нужно для грибов. И потом раз резко охладили, и грибы появились, шампиньончики. Их срезали и продали. Ну а когда они росли, так сказать, труд был какой-то, совершался? Нет. Или вино как делают? Сначала надо иметь виноград, правильно? Из винограда сделать... А? Виноград надо вырыть. Это труд большой. Потом, ну правда, когда растет виноград, долго вот там, иногда подрезают, но он пока вырастет, да, это лоза.
Потом надо собрать этот виноград, это труд. Потом надо выдавить, говорят, его ногами давит. Не видел, но рассказывают. Девушки молодые. Выдавили, плывил, получилось сусло. И это сусло, источник или сырье для производства или вина, или сока. Или туда, или туда. Вот вино, значит, оно бродит, потом его заливают в бочки дубовые и закладывают куда? В погреба. И там оно зреет. Чем больше выдержано вино, тем дороже оно стоит. А почему оно так дорого стоит? Потому что, представьте, вино, допустим, 10 лет выдерживали, мужики не выпили это вино. Какое в нем, сила какая в нем заключена? 10 лет выдержки. Конечно, дорогое. Как выдержали, непонятно. А в это время труд совершался? Нет. То есть из этих примеров ясно, что не следует просто отождествлять труд и производство, правда? Потому что производство более сложный процесс. Но я все равно должен эту формулировку дать, потому что я думаю, что вряд ли ее так просто сходу дашь. Потому что это сложная формулировка, которую дал Маркс. И мало кто эту формулировку знает, ей владеет. Значит, мы запишем. Производство. Есть процесс присвоения предметов природы. Производство. Есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Записали? Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Ну, все слова мы тут должны знать. Производство есть процесс. Процесс что такое? Что такое процесс? Действие, растянутое во времени. Что это? Действие, растянутое во времени. Действие, растянутое во времени. А если я не действую, то процесса нет, вот вода течет. Это разве действие? Это вот явление, да, изменяющееся во времени. Лучше сказать, если явление изменяющееся во времени, это будет изменяющееся явление. Лучше сказать, изменение во времени. Это и есть процесс. Изменение, происходящее во времени. Мы с вами рассматривали изменения как бы вне времени, да? Просто неравенство с собой. А вот когда это изменение происходит во времени, то это процесс. Согласны? Изменение во времени. Вот я приветствую вашу попытку тут вот. Так надо и подходить к этому точно, правильно? То есть, чтобы не оставалось каких-то понятий, которые мы употребляем, которые мы не знаем, что такое. Значит, производство есть процесс присвоения предметов природы. Присвоение, что такое? Что такое присвоение? Это приобретение чего? Что значит приобретение? Сейчас пошел деньги. Сколько стоит ваша ручка? Сейчас я приобрету. Рублей 19. Вот рублей 19 у меня найдется как раз. И это вы считаете присвоение? Дайте мне вашу ручку. Вот видите, никаких денег я вам не дал, а уже присвоил. А вы какие-то деньги придумывали. Зачем нужны деньги, когда и так можно присвоить? Странный вы человек. Я же вам объяснял про доверие сегодня говорил, про обман. А вы все, вот, смотришь, приобретение. Сейчас чья деятельность осуществляется с помощью этой ручки? Ваша или моя? Вы это крутите или я ей кручу? Нет. Я превратил вашу ручку в процесс моей жизнедеятельности. Присвоение – это превращение в процесс своей жизнедеятельности. А еще у вас подороже ничего нет? Присвоение – это превращение в процесс своей жизнедеятельности. Какие-то ручки какие-то дешевые, даже на память не возьмешь. Так, понятно, что такое присвоение, да? Вот, допустим, вы пойдете сейчас в ОК. Дошли до отдела, где булку продают. Берете булку и откусываете. Это что будет? Превращение в процесс своей, и жуете, и глотаете. Правильно? Это присвоение? Присвоение.
И ответственности никакой за это нет. Что, если где-нибудь написано, что если человек откусил булку в универсаме, что за это как-то наказывают, что ли? Может, это вы в рекламных целях делаете, чтобы привлечь внимание к этому магазину. Если вас остановят, там будут шуметь, сказать, так я для вас же делаю. Если завтра напишут в газетах, то все валом повалят в ваш магазин, тоже будут откусывать, а заодно платить и брать другие продукты. Правильно? А вы темные люди, если вы не понимаете, что я для вас же и сделал. Превращение в процесс своей жизнедеятельности. Итак, значит, производство есть процесс присвоения предметов природы. Ну, тут понятно, что такое предметы природы, правильно? Природу, правда, мы различаем двух видов. Природа девственная, то есть, которой не касались руки человеческие, и природа очеловеченная, то есть, уже переработанная. Какое-то сырье, допустим, руда. Руда уже не в недрах, а которая, или даже обогащенная руда, которая уже является результатом процесса производства, уже к ней труд прикладывался. Так, процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества. В рамках определенной формы общества. Ну, какие мы знаем формы общества? Вот мы и знаем. Первобытный общинный коммунизм, рабовладение, феодализм, капитализм и коммунизм, вышедший из капитализма. Вот и все формы. Всякое производство совершается в рамках определенной формы общества. Вот сейчас пшеница-то, конечно, растет, но сейчас еще заключаются договоры на то, чтобы ее убирать, чтобы были комбайны, чтобы были автомобили, которые будут вывозить, правильно? Потом ее повезут на мельничные комбинаты. Но прежде чем на мельничный комбинат, сначала ее повезут в хранилище, верно? В зернохранилище, где она перемешивается, и зерно хранится. Со всеми с ними нужно, так сказать, иметь договоры. Уже обеспокоенный председатель Совета Министров сказал, что вот во время этого самого уборки, чтобы никто не повышал цены на горючие смазочные материалы, что можно и так рассматривать. Как уборка закончится, повышайте. Так, до следующей уборки. То есть не надо все время повышать, это время от времени. Так, сначала придушить, потом приотпустить. Вот во время уборки, пожалуйста, не надо душить во время уборки. И так они задушены, все сельхозпроизводители. То есть общественная форма себя проявляет сейчас. И вот мы получили цельное определение производства. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Кому не ясно, что такое производство? А способ производства – это единство производительных сил и производственных отношений, характеризующиеся вот этой самой общественной формой, то есть производственными отношениями. Производительные силы – это что такое? Кто знает, что такое производительные силы? Вот вы знаете, что такое производительные силы. Я чувствую, что вы знаете. Допустим, вы не все знаете, а главная производительная сила – кто? Что? Человек. Вот, товарищ, знаете же, главная производительная сила всего человечества – есть рабочий и трудящийся. Это главная производительная сила. Но он должен быть вооружен. Чем? Орудиями труда, средствами производства. Человек вместе со средствами производства и образует производительные силы. Но он тогда только их образует, когда есть производственные отношения, которые обеспечивают сам процесс производства. Если процесса нет, то потенциально он вроде бы и мог бы производить. Да и техника есть, и люди есть, а производство не идет, потому что не организовано производство. И у нас сплошь и рядом такие явления. Когда заводы стоят, есть безработные, есть незанятые производственные мощности, говорят, нет денег. То денег потому и нет, что вы ничего не производите. Так вы производите, а деньги, так сказать, это бумажное выражение общественного богатства, правильно? Вот это вот понятие способ производства и есть общественное бытие. Способ производства – это общественное бытие. Значит, отличать надо разные формации, потому на каком способе производства они основаны, правильно? Поэтому они отличаются. Теперь, что такое общественное сознание? Вторая задача. Что такое общественное сознание? Ну, бытие определяет сознание. А я не спрашиваю, кто что определяет, я спрашиваю, что такое общественное сознание? Что это такое? Может, какие-то социальные установки? Кто установки делает?
Идея. Идея, которая доминирует в обществе, политическая. Которая доминирует. Только она доминирует в общественном сознании. Идея-то. А что такое общественное сознание? Вот если у вас в голове какая-то мысль доминирует, это доминирующая мысль ваша. Так я не спрашиваю, какая мысль доминирует в общественном сознании. А что такое общественное сознание? Ваше сознание, мне понятно, ваше сознание. А общее сознание, общество-то что? Это сознание общества. Это сознание общества, совокупность всех идей. Не только, которые сейчас, так сказать, фигурируют в обществе, но и которые имеются в какой форме? В форме книг, произведений различных, да? То есть общество не только вот сейчас живущего, а, так сказать, вот все накопленные идеи общества образуют сознание, все накопленные, вся система идей, имеющихся в обществе, имеющихся не только в том плане, что я вот вам говорю, вы то, что я говорю, можете прочитать, правильно? А можете посмотреть там на видео. Разные есть варианты. Но вот вся система идей – это и есть общественное сознание. Не отдельного человека, а сознание всех людей. Только не тех, которые только сейчас живут, а и тех, которые раньше жили. То есть все вот взятые в системе, в совокупности, исторически накопленные, вот эти самые идеи образуют сознание общества. Правильно? Если кто-то не изучил какие-то идеи, потому что он не захотел или не смог, ну, значит, он не вполне овладел общественным сознанием. Правильно? Или он в одной сфере действует, есть другие люди в другой сфере, третьи в третьей, скажем, людей, которые энциклопедически развиты и которые, так сказать, обладают знанием во всех сферах, не так много, да, или совсем мало, скажем так, энциклопедисты. Так вот, теперь снова встает вопрос, что первичное, общественное бытие или общественное сознание? У нас был вопрос в самом начале курса, что первичное, бытие или сознание? Мы, как материалисты, ответили на этот вопрос так, что первичная материя, сознание вторично. А здесь что надо сказать? Как этот же самый вопрос, основной вопрос философии, как он применяется к обществу? Применяется он так, что общественное бытие определяет общественное сознание. Общественное бытие определяет общественное сознание. Общественное бытие определяет общественное сознание. А более конкретно это выражается в том, что бытие господствующего класса определяет сознание этого общества. Или другими словами, в обществе господствуют идеи господствующего класса. Господствует. Это не значит, что других идей нет, правильно? Не значит. Другие идеи тоже есть, но господствуют идеи господствующего класса. Вот судя по тому, что мы видели сейчас во время выборов, во время этих митингов, которых было много, и дискуссий, и протестов, люди, которые участвовали в этих митингах, протестах, основная их масса, десятки, наверное, сотни тысяч, в этом вообще не разбираются. Они думают, что все дело в том, как считать. Или как голосовать. Ну а какое сознание в нашем обществе, если мы с вами живем в буржуазной России? Скажите, пожалуйста. Буржуазное. Сознание у нас буржуазное. У кого у нас? В обществе в целом господствует буржуазное. Ну а у отдельных людей могут быть другие мысли. Потому что общество противоречивое, если есть другой класс, у него есть другие интересы, и на почве этих интересов могут быть и другие идеи, правильно? Но из этого что следует? Но из этого не следует, что эти другие интересы господствуют. Они тоже присутствуют, они тоже себя проявляют. Но господствуют идеи буржуазии. Ну и кто должен победить на выборах? Если очень все точно. Ну нету ни одной ошибки, ни одной подтасовки, ни одного недостатка. Вот у всех людей есть и всегда есть. А вот на выборах ни у кого и никаких. Вы верите в это, нет? Ну пусть, давайте поверим. Давайте поверим, что вот
несмотря на то, что у каждого здесь присутствующего, а если мы будем сейчас в избирательных комиссиях, рассядемся, что у нас нет никаких недостатков, и мы все сделаем строго-строго-строго, все по закону, и что мы определим? Выборы должны будут подтвердить, как бы вот это широкое обследование, должны будут подтвердить, что действительно общественное бытие определяет общественное сознание. Мы хотим убедиться в том, что в обществе господствует буржуазная идеология, что у большинства людей в головах буржуазные идеи. Ну, убедились? Недостаточно хорошо. И тут некоторые говорят, надо точнее, без подтасовок. Без подтасовок, конечно, было бы еще больше мы бы убедили. И что бы мы получили? Получили приоритет каким партиям? В сумме буржуазным. Сколько у нас буржуазных партий? Ну, в Америке сколько буржуазных партий? Две. Две. Республиканцы и демократы. А у нас трехглавый дракон в России. Единая, справедливая и ЛДПР. Три партии обеспечивают большинство в Думе, в решении всех вопросов. Да там одна голова обеспечивает, одна Единая Россия. Уже одна. А эти две на всякий случай. Мало ли вдруг, мало ли все бывает. А выборы могут дать другую власть, не буржуазную, в буржуазном обществе? Не могут. Они как бы констатируют вот это вот обстоятельство, что общественное бытие определяет общественное сознание. Вы хотите проверить, пройдите выборы и увидите. Не ведь бывают иногда случаи. Не бывает. Бывает. Не бывает. Не бывает случаев, чтобы через выборы другой класс пришел к власти. Не бывает. Если, допустим, в капиталистической стране победила. Не допустим. Коммунистическая партия. Не допустим. Как она может победить? Тогда она не коммунистическая. Это она просто называется коммунистической. Если она победила, если буржуазия допустила, чтобы она победила. Вот, например, с КПРФ сейчас сотрудничала Соединенные Штаты Америки, их поддерживали. Они бегали к американскому послу, представители КПРФ. Потому что они, так сказать, должны были создать ситуацию, что здесь вот чуть ли не повстанцы есть, вот как Удальцов или там Навальный. Но еще пока рано еще прилетать с самолетами и с бомбами недостаточно. Тут надо, чтобы побольше было этих таких ситуаций. Правильно? В Молдавии коммунисты были у власти? Были. Это коммунистическая партия? Нет. Это партия рабочего класса? Молдавские коммунисты? Нет. Нет, конечно. Ну так а что? А почему не радовалась наша КПРФ, если в Молдавии коммунисты были у власти? Он скажет, вот видите, там уже наши люди уже у власти. Нет. И ушли они от власти. Что там изменилось в Молдавии? Боронин ушел. Президент был коммунист. Якобы коммунист. Но мы только что разматывали сегодня, что слова употребляются в политике. Для чего? Для того, чтобы обманули. Ну вот вас обманули, так вы теперь рассказываете. А как называлась гитлеровская партия? Хорошо это называлось. Как? Ну, то есть у нашей нации, чтобы был социализм. Хорошо. Так еще как? Национал-социалистическое, что дальше? Рабочая, прекрасно. Рабочая, да. Ну, красота. Ну, как у большевиков. Там социал-демократическая у нас была, у Ленина. Социал-демократическая рабочая. А тут национал-социалистическая рабочая. Ну, почти то же самое. Как оцениваются партии? По названию или по тому, какой класс они представляют? Ну, это буржуазная партия была, фашистская партия? А социал-демократическая в России была партия рабочего класса или буржуазная? Рабочая. Ну, а название? Ну, что название? Ну, что название? Вы что думаете, если меня назовут не вот Попов Михаил Васильевич, а Сидоров, Иван Петрович, а другие лекции я вам буду читать, что ли? То те же самые буду и читать. А вы, если все переименуетесь, что вы не так будете слушать, что ли? То же самое будет. То есть это вот мы такое поле сейчас разбираем, такой категории, которые очень актуальны. То есть люди как будто завороженные или потерявшие разум, думают, что все дело в том, что чтобы, так сказать, не было никаких там нарушений. А может быть такое, чтобы не было нарушений? Нет. Не может быть.
А хорошо было бы, чтобы не было. Вот, например, если нет нарушения, то, вот, скажем, тот, кто выиграл на выборах, скажет, видите, я без нарушений выиграл. Кому это выгодно? Тому, кто выиграл. А если есть нарушение, вот вы прошли с нарушением, я вот на 5 лет вы прошли, все 5 лет, вы говорите, а он прошел с нарушениями. Он только что не опять делать. Я говорю, так вот, не случайно он прошел с нарушениями, он не настоящий депутат. Вы заинтересованы без нарушений ведь пройти, правда? Естественно. Вот что бы Гегель сказал по поводу того, что на каждом участке будут камеры, которые показывают, что там происходит. Как вы думаете, что бы он сказал? Ну сколько надо времени, чтобы просмотреть все эти передачи, как вы думаете? Хватит жизни человеческой, нет? Не хватит. Вот Гегель бы сказал, что в абсолютном свете так же ничего не видно, как в абсолютной тьме. Что тут неправильно? Не спите, не ешьте, проверяйте. Что вы будете проверять? Вы проверяете, 5 лет мой телевизор работал и вносил в сознание, в головы трудящихся это, и членов общества ту идеологию, которую поддерживает тот, кто держит в руках телевизор. Телевизор у нас кто, какой класс владеет телевизионными станциями, всеми системами передач, радиостанциями, газетами? Кто? Какой класс? Рабочие? Крестьяне? Батраки? Ну, о чем говорить? Поэтому и вывод, что общественное бытие определяет общественное сознание. Какой способ производства, такое сознание у большинства. Ну, есть меньшинство, у которого другое сознание, так оно не мешает, и будьте вы со своим сознанием. Вы нам совершенно не мешаете. Что вам не нравится? Вот идите и говорите, что у меня плохие лекции, пожалуйста, и что из этого? Что плохого в этом, что вы говорите? Значит, вы заинтересованы в том, чтобы их улучшить. У меня какой сейчас положение? Я кто такой? Я от какого государства поставлен? Я от буржуазного государства поставлен, буржуазный профессор, в буржуазном университете. И чего вы будете со мной спорить? Я у вас буду экзамен принимать. Будете плохо заниматься, не сдадите. Чего тут непонятного? Всякая демократия – это форма диктатуры класса. Буржуазии не нужны люди, которые не знают, что такое, не понимают категории, не знают никакие. Классы не могут назвать точно, определения не могут. Но кому это нужно? Никому это не нужно. Вот Ленин сдавал, когда в университете, на юридическом факультете. Он же сдал, закон Божий сдавал? Сдавал. Он сдал на юридическом факультете? Вы знаете, да? Владимир Ильич, внизу портрет висит, кто закончил университет? На первом этаже. Там Керенский закончил. Ленин закончил. Как он закончил? Приехал, сдал экстерном и ушел. Для того, чтобы знать, разве для этого нужно иметь какую-то идеологию? Надо знать, что вы изучаете. Вот вы изучаете социальную философию, изучаете. А что вы будете делать? Это другой вопрос. Я правильно понимаю? Куда вы эти знания употребите? И на какой стороне вы будете стоять в жизненной борьбе? Но никогда никто еще от знаний не умирал. И никому вреда они не приносили. Правильно? Поэтому вы сюда и пришли. Вы же пришли за знаниями или со знаниями? За знаниями. Ну вот. Понятно, в общественном сам способ производства противоречив. И там есть два класса в самом способе производства, где взаимодействуют, да? Эксплуатируемые эксплуататоры. Или это рабовладельцы и рабы, или это помещики и крестьяне, или это капиталисты, собственники средств производства, буржуа и рабочие. Так, значит, есть и то, и другое. Или отражение положения одних и отражение положения других. В сознании имеется мысль, которая отражает положение других классов и слоев. Например, мелкая буржуазия есть у нас? Есть. В России? Да или нет? Кто такое мелкая буржуазия? Кто знает, что такое мелкая буржуазия? Определение мелкого буржуа. Вы видели мелких буржуа? Не видели? Которые не знаете, что это такое, поэтому и не знаете, не можете сказать. Кошмар. Мелкий бизнес. Так. Буржуа, который частный собственность. Нарек там. Что, у которого частная собственность что?
Ну, имеет небольшую частную собственность. Что это за буржуа, который имеет небольшой? Если я буржуа, то я должен эксплуатировать наемных рабочих. Я правильно понимаю, нет? Ну, а кто такой мелкий буржуа? Что значит небольшой? То есть маленький заводик, человек на 500. Это вы имеете в виду? Да, на котором там несколько человек работает. Несколько человек. А сколько? Ну, 10, 5, 3, 2, 1. Сколько? Но если я вот вас эксплуатирую одного, сделал завод, это ООО. Вот сейчас Балтийский завод ООО тоже называется. И вот вас эксплуатирую. Я кто? Мелкий буржуа, да? Да? А если я вас не эксплуатирую, то не мелкий буржуа. Вот если цветочки, как Чубайс, выращивал цветочки, выносил на рынок и продавал. Ну, это только называется индивидуальный предприниматель. Вот это он и предпринимает. Выращивает цветочки, выносит на рынок. Он мелкий буржуа или нет? Мелкий буржуа – это маленький буржуй или не буржуй? Буржуй. В современном обществе российском, так же, как в любом буржуазном обществе, действуют три класса. Три. Капиталисты – раз, рабочие – два, и мелкие буржуа – три, которые не надо путать ни с рабочими, пролетариями, ни с буржуа. Мелкий буржуа – это не маленький буржуй, как вы думали. Не маленький буржуй. Мелкий буржуа – это не буржуа. Мелкий буржуа – это мелкий хозяйчик, который имеет средства производства, но работающий на рынок. Вот если я имею лопату, если я имею землю, и я произвожу огурцы, потом закатываю в банки и семьей съедаю, я мелкий буржуа? Нет, почему? Потому что я сам съедаю всей семьей. Или вам дарю. Нет тут производства на рынок. А если я огурчики продаю, купите огурчики. Сам бы ел, да деньги надо. То есть я произвел их для продажи. Цель моего производства какая? Стоимость. Стоимость. Какая тут прибыль? Прибыль тут? Стоимость цели моего производства. То есть получение большей суммы денег, да, в обмен на продукт. То есть я выношу на рынок, и цель моего производства – стоимость. Ну так я стремлюсь побольше стоимость получить или поменьше? Мне нужно, хочется вас накормить или хочется от вас побольше получить? А вот если я туда что-нибудь напихаю, в эти огурчики, чтобы от вас побольше получить, это мне хорошо или плохо? Мне хорошо, вам плохо. Да. Правильно? Ну и кто, для кого это потребительная стоимость, то, что я произвожу, если я мелкий буржуа? Для вас или для меня? Для меня это не надо. Мое дело стоимость, я от этого получаю деньги, а вы их будете потреблять. Для вас это потребительная стоимость. Я должен сделать потребительную стоимость для других и вынести на рынок. В чем цель моего производства? Я кем хочу стать? Настоящим буржуа, правильно? Хочется мне разбогатеть и нанять не одного, как вот мне там один, два, три, там мало. Да чем больше я найму, тем лучше. То есть цель всякого мелкого буржуа – стать буржуа. Правильно? А как судьба этих мелких буржуа? Ну, по крайней мере, 90% из этих, или лучше сказать, 99% из 100. Из 100 человек 99 опускается в ряды пролетариата. А из одного один человек может стать буржуа. Чтобы стать буржуа, я должен жить не своим трудом, как мелкий буржуа. А чьим? А трудом наемных работников. То есть, если я сам работаю, не покладая рук, то для того, чтобы считаться буржуа, я должен получить от труда наемных работников, чужого неоплаченного труда, больше, чем я сам вложил. Правильно? То есть, если я на 40% вкладываю своего труда, а на 60% получаю чужого труда от наемных работников, я уже буржуа. А если я на 60% своего, а только на 40%, я не дотягиваю до буржуа, я мелкий буржуа. А если я вообще никого не эксплуатирую, я мелкий. А если меня эксплуатируют, я вот вынес цветочки, а цены сбили. Я затратил 8 часов, а получил 4. Меня эксплуатируют, но я что, перестал быть мелким буржуа? Все равно мелкий буржуа. То есть мелкий буржуа подвергается эксплуатации через цены. Сплошь и рядом. И это довольно обширный слой.
некоторые граждане пытаются их насадить все больше и больше. Я сам слышал, как товарищ Медведев говорит, мы к 2020 году должны иметь половину работников самозанятых. Что значит самозанятых? Это значит, надо уничтожить оставшиеся крупные предприятия. Я правильно понимаю? А если у вас есть работа, у вас выгонят с работы. Скажите, будьте самозанятым. Вы тоже на работе? Уходи. И вы на работе? Уходи. Ну, Дмитрий Анатольевич сказал, что надо к 2020 году иметь половину самозанятых. Купите 4 козы. В этой же передаче. Один говорит, я вот буду, 1,5 миллиона им дают. Куплю 4 козы. И вот он будет думать, первая коза, это я заплачу там за снятие помещения, вторая коза за корма, третья коза работников найму, четвертая коза прибыль. Потом все козы подохли. Потому что у него зоотехника нет, санитарии у него нет, насмальные нет. Ну разве можно так начинать производство? Это серьезное дело. Или девушка одна, я буду цветы выращивать, а то, что она вырастет, нет сомнений. А куда вы пойдете с цветами? У нас чьи цветы продаются? Российские или голландские? Куда вы пойдете со своими цветами сейчас? Монополизировано производство цветов полностью. Полностью. Куда вы сунете своими цветами? Ну, если вы сунетесь на уголок, то есть милиция, на полиция теперь есть. Ах, вы тут занимаетесь незаконной торговлей. Что, деньги будете мне давать? Ах, вы меня подкупаете? Давайте много денег, тогда я вас отпущу. А иначе как за взятку вас накажу. Куда она понесет эти цветочки? Завянут ее цветочки. И на этом. А кредит надо отдавать. Ну и чем она будет заниматься, эта самозанятая? Чтобы отдать кредит. То есть люди, даже находящиеся в управлении в государственном, не владеют этими категориями, к сожалению. Или рассказывают про какой-то средний класс. Ну, истинный средний класс – это мелкие буржуа, они как раз между буржуазией и рабочими. И они и не рабочие, и не буржуазия. И, так сказать, ему предстоит разложиться, и, так сказать, в чистом, в развитом капиталистическом обществе их вообще не должно быть. Правильно? Есть либо капиталист, либо рабочий. Вот придумали и выходит идея со средний класс. И начинает в него зачислять в этот класс. По какому принципу? По принципу дохода. Что, дескать, вот кто туда попадает? Маленькие-маленькие капиталисты, у которых доход маленький, прибыль маленькая. Высокооплачиваемые рабочие. Профессора, наверное. Поскольку мы, так сказать, не самые низкооплачиваемые, да, идут туда же. Потом всякого рода торговцы, спекулянты. Говорят, вот наша опора. Ну, как же, это опора, когда они все из разных слоев, они все расползаются, на него опорутся. Есть даже там такая организация общественная, опора России. Потому что Россия, видимо, все время хромает, потому что это такая опора. Разве можно опереться на то, что не является чем-то монолитным, прочным? У них у всех разные интересы экономические. Разные экономические интересы. Но это вопрос о том, какие классы, что такое классы, каковы их интересы, каково взаимоотношение классов, это вопрос следующей темы. Следующая тема наших занятий будет классы. Нет, не классы еще, подождите. Следующая тема у нас будет общественно-экономическая формация. А уже классы будут рассматриваться для конкретно для каждой общественно-экономической формации. Общественно-экономическая формация. Следующая тема. Вопрос есть ко мне? Да. Если буржуазный отряд определяет буржуазное большинство, то какие внешние силы приводят к тому, что сбои появляются, допустим, и приходят к власти другой власти, например, коммунистической? Почему внешние силы? Это внутренние силы рабочего класса. Ну, то есть, в принципе, так власть это приходит не через выборы. Ну да. А буржуазия через выборы пришла, она выбрала, провела, да? И феодалы приходили, голосовали,
буржуазия приходила, и за буржуазию проголосовала больше. Сама-то буржуазия пришла через выборы к власти? Нет. Нет. Если все мысли буржуазные, в принципе, да, что приводит тогда к перевороту? Почему вот эти малые силы в обществе берут власть? Они не малые. Сила у них большая. Например, у рабочего класса большая сила была. Его, так сказать, количество в обществе было небольшое. У нас 10% рабочих было. А сила в обществе была большая. Рабочий класс может остановить все производство. Все. Производство может остановить. И городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие в Петрограде, в Москве и в войсках Северного фронта имели такой мощный кулак, про который вот Ленин писал, что этого достаточно. Как деревня идет за городом и пойдет. Вот мы сейчас возьмем власть. А потом нам нужно обеспечить большинство. Потом. Не до того, как получить власть, а сначала взять власть, с помощью власти привлечь на свою сторону большинство народа. Как это делается? Землю, во-первых, дадим всем крестьянам. Большевики какую программу реализовали? Свою или эсеровскую? Эсеровскую. Взяли и разделили по едокам. И крестьянин на какой стороне оказался? На стороне большевиков. И это предпределила гражданская война, где проверяли, так сказать, как крестьянин будет воевать за большевиков или не будет. Будет, потому что белогвардейцы отнимали землю и вешали крестьян. Крестьянин, так сказать, насмерть воевал за эту землю. Дальше. Мир народом. Кто выступил в эту великую в империалистическую войну, в первую, с мирной инициативой? Только большевики. Никак нельзя было эту войну прекратить. Только большевики. Как к этому отнесся народ? То же самое. Большевиков. Дальше, если там нужно было хлеб голодным, значит, использовали всякие ресурсы государственные для того, чтобы, так сказать, у нас не было голодающих, чтобы обеспечить людей. От комиссариата продовольствия половину получал хлеба городской житель, половину. Платил, оплатил десятую часть. За вторую половину, которую он купил на рынке у мелких буржуа, у крестьян, он платил 90% того, что он затрачивал на хлеб. Так как он должен относиться, когда вот его кормит государство большевистское в этом смысле? Не в прямом смысле, кормит всех народ. Но он получал от него. Поэтому большинство народа было привлечено. И это гарантировало победу революции. Победу. Но не установление власти, так сказать, сразу. Власть – это не мгновенный процесс. Революция – это действительно переворот. Никогда революция голосованием не делается. Никогда. Наоборот, голосованием всегда закрепляются результаты переворотов. Любых. Или мелких, или крупных, или реакционных, или прогрессивных, или революций. Потом закрепляется голосование. А голосование какое было у нас? Разве у нас было голосование по улицам и по площадям? Нет, по фабрикам и заводам. Как вы думаете, на Кировском заводе кто пройдет? Ну, пройдет, так сказать, скорее, кто представляет интересы рабочих, чем кто-то представляет интересы буржуазии. Но проходят и такие. Тоже проходят. То есть там тоже нет гарантии, потому что это идеология-то сформирована в старом обществе. Поэтому очень много людей прошло, даже через такие выборы во власть, которые представляли интересы противоположного класса. И поэтому все время шла во власти борьба. Ну, скажем, Никита Сергеевич Хрущев, он что, интересы рабочего класса представлял? А в 62-м году расстреляли рабочих на Новочеркасске. За что? За то, что они требовали понижения цен. Сейчас вот тоже требуют люди понижения цен. И не снижать расценки требовали. Все рабочие это требуют, не снижать расценки. То есть это все борьба против ухудшения условий жизни. За это расстреляли людей. Вот вам и общенародное государство. Ну, опять-таки, это вот слова общенародные. А выяснилось, что это диктатура буржуазии. И она к этому пришла. То, что в этом году была хра тенденция диктатуры буржуазии. Обе тенденции были. Диктатура пролетариата, диктатура буржуазии. Победила, в конце концов, тенденция к диктатуре буржуазии. Сейчас у нас какая власть? Буржуазная? Значит, победила и эта тенденция. А где-нибудь какие-то есть гарантии, что вот эта именно тенденция победит? Никаких гарантий нет. Вот историки, вы можете сказать, что вот история должна идти только вперед, 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 в сторону прогресса, да? Нет. Нет. Она идет в зигзаг. Ну вот, так что мы с вами попали в зигзаг. Нам не повезло. Или наоборот повезло. Вот мне говорят, мне повезло, я пожил при коммунизме, теперь при капитализме. Мне лекции очень легко читать. Я могу все рассказать про тот способ производства, про этот способ производства. Я и там, и там. И все, и там мне было хорошо. Я был студент, аспирант, кандидат наук. И здесь мне хорошо, я профессор. Чего плохого?
Вот я как раз. Давайте меня в средний класс, потому что мне везде хорошо. Меня и записывают в средний класс. Хотя это ерунда. Потому что это вот записывать людей по принципу, так сказать, что я ем, или по принципу, сколько я получаю, а не по принципу, где я работаю и какое мое место в производстве, это называется подход в социологии. Бульгарный. А вот класс интеллигенции, класса нет интеллигенции. Нету класса интеллигенции. Это слой. Он обслуживает интересы каких-нибудь классов. Один интеллигент одних обслуживает, другой и других обслуживает. В каждой партии есть интеллигенты, они там пишут, выступают, делают передачи. В каждой партии, в любой, любого класса. Без интеллигентов не обходится. Не расстраивайтесь о них, они на работу все найдут. Спасибо за внимание.